Женская блуза «Млечный путь» предлагается сегодня, несмотря на то, что это дизайнерское предложение, по цене фактически в 1000 рублей. Это беспрецедентная сенсация и акция, потому что это новинка, это наша дизайнерская новинка. Но так как телеканал «Дисконт» иногда обладает уникальными, эксклюзивными поставками, и вот сегодня наша дизайнерская блуза «Млечный путь» предлагается по столь привлекательной цене. При этом мы сохранили хороший размерный ряд с 50 по 62 и представлена она в цвете мультиколор, как мы его назвали, номер лота 31-821. Альбин, ну прежде всего, мне кажется, вот крой и дизайн, да, вот он действительно тут просто поражает. Ты знаешь, действительно, и можно назвать вот этот крой именно дизайнерским. Давайте рассмотрим поэтапно. Ну, я бы начала, конечно же, с нашего ворота. Очень эффектно оформленного и задрапированного. Вы посмотрите, какая тончайшая работа. Эта красивая драпировка сложит еще и украшением нашей блузы. Сюда можно не добавлять колье, сюда можно не добавлять золотые цепочки, потому что такой красивый воротничок стойко задрапированный смотрится как украшение нашей блузы. Такая же драпировка у нас и на рукавах, посмотрите внимательно, это смотрится очень торжественно, нарядно. Я не призываю вас носить эту блузу исключительно на торжественные мероприятия, нет, носите ее каждый день, это базовая вещь, но вы будете действительно выделяться из толпы. А давайте вы будете... дизайн придумаем, да? Да, как раз таки вы будете выглядеть женщиной с утонченным вкусом, которая умеет выбирать с полок, с прилавков именно те интересные вещи, которых нет в гардеробе других женщин. Вот это и подкупает, потому что, согласитесь, милые дамы, как приятно быть индивидуальной, не похожей на других, при этом не терять красоты и индивидуальности и привлекательности. Я абсолютно уверен, что любой мужчина, увидев вас в такой великолепной блузе, не сможет оторвать глаз. Здесь есть что-то и от анималистичного принта, есть что-то из гротеска настоящего, пересечения темных линий, вот золото с черным, с отливом вороненое вот такое крыло. Размеры с 50 по 62. Кстати, скажи, пожалуйста, тот крой, который здесь угадывается, скажи, пожалуйста, под какую тип фигуру он отсюда? Ты знаешь, совершенно запросто можно подстроить эту блузу под любой тип фигуры, потому что она отлично тянется. Здесь достаточно большой процент лайкры, помимо легкой изящной вискозы. И эта блуза будет садиться на любой размер. Еще и благодаря, конечно же, кулисочкам, которые у нас есть по бокам. Можно регулировать высоту посадки по бедрам. Ну, а я, в свою очередь, сделала бы замеры все-таки для того, чтобы эта блуза пришлась и вам по размеру. Будем делать замеры сейчас, Марат, с тобой на 50-м размере. Так, давай, поплавка от груди смотрим. Да, итак, прошу прощения, это 52-й размер. Итак, для 52-го размера у нас получается 53 без растяжения. С растяжением же ткани, то, о чем я говорила. Здесь колоссальное растяжение, и это еще не предел, 76 сантиметров. С каждым последующим размером добавляем 2 сантиметра. Не забываем об этом. По бедрам сделаем замеры так же. Так еще с кулисочками этим. Да. Кулисочки у нас функциональные, они будут подстраивать под ваши размеры, под ваши бедра. И под ваш рост, кстати говоря. 52 сантиметра без растяжения у нас полуобхват по бедрам. 52-го же размера. И 62-63 с растяжением ткани. И знаешь, что я еще замерю? Да. Рукав, может быть, даже и не стоит, потому что здесь полноценный, длинный. За счет вот этой драпировки можно поиграть. Вот это дизайнерский манжет. Ну, кстати, посмотри, что у нас происходит. Столь популярен этот лот, эта новинка, что осталось-то всего, вы посмотрите, сколько. На все размеры, на 7 размеров осталось только 66 таких великолепных блуз. Это шанс.